Приветствую всех жителей и гостей канала Hard City, у микрофона снова Андрей, и что-то давненько мы с вами ничего не строили вместе, да? Когда там был последний видос на эту тему? Ну значит сейчас самое время выпустить новое видео, конечно. В этот раз давайте попробуем представить, как бы выглядел дом теплых ветров из игры TS5 Skyrim в мире Fallout 4. Безусловно, данное здание не нуждается в лишнем представлении, ведь это один из домов, доступных для покупки игроку, который находится в Вайтране. Планировка данной постройки несложная и знакома практически каждому игравшему в Skyrim человеку. Может быть, вы спросите, а зачем нам строить дом теплых ветров в Fallout? А я вам отвечу, ребят, я вам отвечу. Только представьте, как вы порадуете старика Тодда такой идеей и постройкой такого дома. То есть вы по сути сделаете свой маленький уголок Скайрима на территории постапокалиптического Бостона, чтобы когда вы играете в Fallout, вы могли чувствовать себя в Скайриме. Это же гениальный ход! Что скажете, мистер Говард? Андрей, это заслуживает уважения. Я прямо сейчас уже нажал на лайк под твоим видосом и подписался на канал. Кстати, новое издание Скайрима ты купил или нет? Спасибо вам, мистер Говард, спасибо. Но видео все-таки не про Скайрим. Давайте уже сфокусируемся на том, что действительно важно. Дорогая Америка. Настройки, на чем же еще? И пусть снаружи этот дом будет похож на сарай или какую-нибудь убогую халабуду, и выглядеть он будет не слишком красиво, зато внутри вы сразу ощутите себя как дома. Уж поверьте. Ведь каждый, кто играл в Skyrim, уже давно успел привыкнуть к планировке этой постройки, что будет незначительным плюсом в качестве использования именно этого жилища в качестве места, куда протагонист будет возвращаться после длительных путешествий по пустошам Бостона. Также я прошу вас не забывать, что это всего лишь макет. Заменять предметы обстановки, мебель, стены, пол я и сам буду, после того, как построю его уже непосредственно во время игрового процесса. Целью данного ролика было подать вам в очередной раз интересную идею, которая смогла бы по-настоящему порадовать сердце Тодда Говарда и заставить вас вспомнить о том, как было прекрасно когда-то очень давно насобирать золото для покупки своего первого дома в Вайтране, а после этого еще и потратить свои кровные, чтобы докупить всю мебель и обставить дом. Конечный результат, как обычно, вы сможете увидеть в конце данного ролика, так что досмотрите его до конца. Я же надеюсь, что вам понравилось это видео и что оно было для вас полезным. А если это так, то можно не поскупиться на лайки и подписку для канала. Также оставляйте свои комментарии, и я с радостью их прочту. Ведь только благодаря вашей активности и поддержке Hard City продолжает существовать. Ну а я вынужден с вами прощаться, так что всем до новых встреч, дорогие друзья, а точнее, до следующих роликов и стримов. Всем пока!
Твою мать!